это Ева. И она встретилась со своей бабушкой. Точнее, она ей не бабушка, а мама. Но она ее воспитывает и пугает. Раздает подзатыльники. Коты Саре накусали затылок до крови. Коты пристают и держат за шею котенка. Но она уже не котенок, она уже молодая девушка. Коты замучили, пристают мартовские. Это ее бабушка. Надо же так накусали коты, а. Приставучие.